Здравствуйте, меня зовут Валерия, я из города Иваново, у меня салон нижнего белья «Савельяна». Я пришла на обучение к Татьяне Соколовой в прошлом году, уже обучилась, получила диплом гособразца по биофитингу. Вообще, я хочу сказать, что моя жизнь – это как будто до и после. Мы начинали с самых низов, поскольку мы в городе Иваново, как вы знаете, наверняка мы находимся, это один из самых низких по уровню заработных плат город, и у нас очень тяжело вообще людей убедить, потому что хороший бюстгальтер, он начинается от 3-4 тысяч рублей. Для наших клиентов изначально было то, что до 1000 рублей, пожалуйста, нам комплект соберите. Безусловно, мы старались, но хочется зарабатывать и хочется развиваться. Я уже не первый год посещаю выставку Lingerie Show Forum, и вот очень часто говорили про биофитинг. Как-то раз я написала в Инстаграме, у кого бы вы порекомендовали мне поучиться. Мне отправили несколько кандидатов, кто преподает. И когда я посетила страничку Татьяны Соколовой, я просто влюбилась и поняла, что я хочу учиться именно у этого человека. Почему именно она? Во-первых, потому что она не привязывает к какому-то конкретному бренду. Она рассказывает именно все прям с самых-самых низов. Не надо ей в первый раз предлагать такой бюстгальтер. Не сможет она его носить. Будет она жаловаться вам, что ей дискомфортно, что ей больно. И это может дойти до конфликтов и до разборок, до возвратов. Вам оно надо? Не надо. Вам нужно, чтобы она поносила правильные размеры и вернулась к вам снова. То, что действительно человек, который ничего, не имел никакого представления, он... действительно учится, плюс когда у тебя есть еще насмотренность, когда ты работаешь сам и работаешь давно, и ты действительно, пока ты свою 1000 грудей не пересмотришь, ты вот эти все знания, они ни о чем не дадут. Безусловно, когда, как говорится, есть опыт за плечами, ты вот это все видел, и сейчас есть вот эти знания, которые она дает, это, безусловно, очень много. Мы поднялись в том плане, что... мы вообще сделали полный ребрендинг магазина, мы сделали ремонт, мы сделали, у нас сейчас огромные такие примерочные, у нас люстры висят в магазине. Покажите, выглядит наш салон после ребрендинга. Здесь у нас фото основной. Здесь у нас идет торговая зона, где представлен весь ассортимент, вся красота. В зоне ресепшена, конечно же, висят 3 сертификата и удостоверение гособразца. Идем дальше. Здесь мы заходим в примерочную. Ничего не убрала. Там у нас примерки были. И здесь очень плохо видно, но они стали большими-большими, просторными, удобными для каждого нашего клиента. То есть вот такая вот у нас получилась красота. Если посмотреть, что было до этого, что сейчас, плюс мы также активно ведем страничку Инстаграм. Не всем на нашем городе нужен биофитинг, поэтому мы оставили недорогой сегмент, скажем так, у нас есть Китай. Для тех, кто не хочет, мы не убеждаем, но люди, которые действительно хотят правильный подбор, то есть у нас сейчас представлены бренды, которые порекомендовала Татьяна Соколова, я брала у нее личную консультацию, сейчас возьму еще одну к Новому году, потому что есть у меня вопросы, на которые сможет помочь ответить только она. Вот на личной консультации она мне, скажем так, привела мою голову в порядок, она мне посоветовала, порекомендовала бренды, с которыми я и начала сейчас работать. У нас пошел прям рост огромный в магазине, очень интересно, и если, я не знаю, что бы я делала, и как бы мы существовали, если бы я не пошла в свое время на обучение. На картинках с вами будем смотреть, потому что это реально уже для продвинутых брафитеров, кто уже встречался с этим в своей практике, сталкивался с этой проблемой, кто-то, возможно, пытался решить это не формой чашки, а размером, и когда менял размер там, в большую или меньшую сторону, сталкивался с тем, что не может посадить кости как нужно. Нет, более того, она действительно поддерживает всегда, то есть она может посоветовать, порекомендовать что-то и поддержать в любой, скажем так, ситуации. Хочется расти и развиваться дальше. Обязательно хочу получить диплом по международный, про который она сейчас говорит, об этом пойду чуть позже. И да, сейчас мы будем идти только на удорожание и будем вводить, мы уже потихоньку вводим всякие различные бренды. Да, и, например, там Гарсения 441, она хороша для нижней полноты, да, например, а Зебра 540, она как раз-таки для верхней полноты, и это как раз-таки для высокого основания. А 441, она для более короткого основания, но при этом грудь может быть большой, она будет закрывать, но вся полнота будет внизу, но при этом и наверху не будет пустот. Тема биофитинга, да, действительно очень актуальна, нужна абсолютно каждой любой женщине. Я рекомендую пройти курс
и молодым предпринимателям, и любой женщине, потому что она должна понимать, как должно сидеть на ней белье, и тогда вы просто ограничите себя от траты денег на дешевое, некачественное, бесполезное белье. Ну, я вам могу сказать, что на самом деле, если вы знаете свою форму, знаете свой размер, то вы сможете подобрать невероятное количество бюстгальтеров для себя. Но если у вас нет азов граффитинга, то начать лучше с азов. Потому что просто взять онлайн, у вас будет... Вот вы откроете и вы скажете: «О боже мой, что это за слова?» Ну, смотрите, по стоимости... Давайте я вам лучше скину лично, вы можете мне написать, потому что у нас разные пакеты. Сам курс длится 2 месяца, это 63 академических часа. Но я даю доступ к курсу на год. И у нас есть годовая поддержка, то есть год у нас проходит практика, и вы приходите, у нас раз в неделю, это стабильная. Вы приходите, отрабатываете навыки, как определение формы груди, как расчет размеров, как определение формы спины, и расчет не только по Европе, но и по Британии, как переводить из Европы в Британию, как это правильно считать. В течение года я даю эту возможность тем, у кого, например, нет салонов, но кто хочет заниматься граффитингом, и просто без нарабатывания навыка вы не сможете граффитить. Но так как я понимаю, что рынок меняется, выходят, то есть как есть понятие стилистов, да, в одежде, так приходит понятие бельевых стилистов. То есть люди, независимые от своих салонов, просто хотят оказывать эту услугу, помогать, им негде практиковаться. Я даю эту возможность. Если онлайн, как практиковаться? Ну, вот если из другого города. А вот в онлайн. Есть секрет, да? Есть. Я просто знаю, что это другой город, что это не Санкт-Петербург. Неважно. Неважно, глазомер можно развивать не только в офлайне, он и в онлайне глазомер. Так что все, успеете, не переживайте. Да, конечно. Главное, на практику приходите. Уроки вы досмотреть, доскотки с вами. Да, она очень помогает. Ну, вот благодаря вам, что у нее посадили 70 куалис, сейчас отмерили. Вообще, да, попробовали, и вот погнули, невероятно. Ничего не могла себе подобрать с таким ассортиментом. Номинант международной премии «За иконик», герой книги «За иконик» или вдохновляющая история успеха, за вклад в развитие культуры граффитинга и создание международной школы граффитинга номер один в России, экспертность на страже красоты и здоровья, награждается Татьяна Соколова. Также Татьяна является партнером нашего проекта. И все участники вчера и сегодня получают в подарок от Татьяны сертификаты.